Шашлык, да с печеной картошечкой, домашний. Это не только красиво, это еще и очень-очень вкусно. Всем привет! Вы на канале Мади. Шикарный праздничный обед или ужин на 8 марта приготовить сможет даже ребенок. Все просто и очень вкусно. Поехали! На одну куриную грудку идет 2 ложки майонеза, соль, лук и черный перец. Грудка слегка подморожена, нарезаю ее кубиками, луковичку нарезаю полукольцами, по вкусу посолила, пожмякала хорошенько, чтобы лучок слегка пустил сок. Грудку солю и перчу по вкусу, добавляю лук, все тщательно перемешиваю, добавляю пару ложек майонеза и все вместе перемешиваю. Накрываю чашку и оставляю мариноваться минимум 2 часа. К этому времени нарезаю картошку тонкими слайсами, а лук – перышками. Застеляю фольгой противень и смазываю маслом. Картошку я подсаливаю по вкусу, поливаю маслом и перемешиваю. Вскоре картошка пустит сок. Выкладываю на фольгу с небольшим нахлестом. Вот так красиво. Бамбуковые шпажки я предварительно замачивала в холодной воде в течение 2 часов. Это для того, чтобы они не горели во время выпекания. Нанизываю куриную грудку вдоль волокон на каждую палочку по 5-6 кусочков и выкладываю поверх картошки. Покрываю сверху лучком все шашлычки. Помидорки черри нарезала пополам и выкладываю рядом с шашлычками. Это уже очень красиво. Ставьте лайки, вам ведь не сложно, а мне будет приятно. Ставлю запекаться в разогретую духовку примерно до 200 градусов минут на 40. А пока замариную лучок. На 300 граммов кипяченой воды идет 1 чайная ложка уксусной эссенции 70%. Лук подсаливаю, заливаю уксусным раствором и тщательно перемешиваю. Пока наши шашлычки с картошкой в духовке, лук успеет замариноваться. Через 40 минут все готово. Вот такая красотища у меня получилась, а у вас, возможно, получится еще красивее. Запах, товарищи, просто сумасшедший. Кладу на тарелку сначала картошечку, а рядом шашлычки. Товарищи, это супер аппетитно выглядит и пахнет тоже. Обязательно приготовьте эту вкуснятину у себя дома. Поделитесь ссылочкой с друзьями. Если вы еще не с нами, обязательно подпишитесь. У нас на канале много вкусного и интересного. Всем мира и добра. До новой вкусной встречи. Пока-пока.